Вот так вот, забыл включить, извините. Давайте проверим звук. Сейчас меня должно уже слышно быть. Поставьте плюсики в чат. Вот, слышу, звук идет. Звук пошел, меня должно быть слышно нормально. Итак, чем мы будем заниматься в школе для начинающих? В школе для начинающих мы будем объяснять основы. Основы, которые закладываются с самого начала. То есть я еще раз представлюсь. Меня зовут Маркелов Борис. Мою жену зовут Ирина Агапова. И мы будем давать для вас уроки. Уроки для начинающих. Здесь могут узнать не только уроки, ну, то есть на этих уроках вы будете узнавать все постепенно. То есть сегодняшний урок я хочу провести, к примеру, ну, я вам покажу, как создать текстовый документ, как создать папку и объясню, для чего это все надо. Так, итак, меня слышно, я начинаю. Смотрите, на моем рабочем столе находится очень много ярлыков. Для чего они мне нужны? Ну, объясню для начала, для чего нужна папка «Документы». Вот есть у меня вот такая папочка. В ней находятся текстовые документы. Папка «Документы» – это то отделение на компьютере, где будут храниться ваши какие-то файлы непосредственно. То есть бывает в интернете такая ситуация, что вы нашли какой-то материал, либо вы нашли нужную информацию, и вам ее нужно сохранить. Как это сделать? То есть вы, конечно, можете скачать этот файл, но об этом попозже. Но прежде чем скачать, вам нужно указать папку, куда оно будет скачиваться. Вот, для этого существуют вот папки документы, так называемые. Сейчас я раскрою свой компьютер. То есть вот мои библиотеки. То есть это есть абсолютно на каждом компьютере, абсолютно на каждой системе это все установлено. То есть вот мы нажимаем компьютер. На компьютере есть локальный диск, у кого-то их два, у кого-то он один. Вот именно на локальном диске хранится вся информация. На локальном диске установлена ваша система. Я сейчас не буду заострять внимание именно по системе. Это все уже позже, после того, как мы изучим основы. Основы вот именно компьютера. Давайте посмотрим. Вот. У нас в библиотеках находится папка «Видео», находится папка «Документы», находится папка «Изображений» и папка «Музыки». Соответственно, каждая папка предназначена для своего файла. Например, если вам нужно сохранить какое-либо видео, вы его обязательно оставляете в папке «Видео». То есть, нет, можете оставлять в любой папке, но желательно, чтобы вам не путаться, вы, к примеру, свое видео грузите в папку «Видео». Документы, непосредственно текстовые документы, какие-то файлы, какие-то программы, вы грузите в папку «Документы». Изображения. Ну, здесь объяснять не надо, то есть все фотографии должны быть у вас непосредственно в этой папке. То есть, чтобы вам тоже долго не искать, например, вы открыли свою библиотеку, то есть на компьютере папочку «Библиотеку», и открыли изображение. И вот те фотографии, которые находятся у меня на компьютере. То есть они мне нужны для работы. Но, тем не менее, если они вам не нужны, вы можете их удалить. То есть вы будете знать, где что находится, чтобы у вас не было каких-то проблем.
Также есть папка «Музыка». Здесь вы можете сохранять аудиофайлы, хранить их здесь. Ну, обратно же, это все создано только для вашего удобства. Итак, есть у вас еще папка «Загрузки». Вот из этой папочки вы можете легко и просто распределять, например, там какие-то файлы. То есть, вот смотрите, здесь... Есть текстовые файлы, есть файлы от программ, есть картинки и все остальное. То есть, чтобы сохранить, в принципе, не надо ничего выдумывать. Вы открываете библиотеку и, например, раскрываете папку изображений. И вот в эти изображения правой кнопкой, например, вы выделяете, зажимаете ее, выделяете вот эти картинки. И отправляете это все в изображение. То есть, если выскакивает какое-то изображение, ну, бывает, что одинаковое название, ну, достаточно прочитать. Файл с таким именем уже существует. Либо вы отменяете, либо вы пропускаете. То есть, ставите галочку с одним конфликтом и пропускаете. И вот уже наше изображение находится там, где им положено быть. Обязательно читайте те сообщения, которые вам пишет компьютер. То есть он иногда пишет сохранить, не сохранить, заменить. То есть в компьютере, именно в системе все расположено так, что вы ничего не испортите здесь, если, соответственно, не поймаете вирус. Да, есть такие компьютерные программы, которые могут обрушить вашу систему. Для этого вы должны установить один из антивирусов. То есть не буду рекламировать, но вот на данный конкретный момент я пользуюсь программой Avast. Она сейчас у вас на экране. Ну, бесплатной версии, причем лицензия дается на год. Не знаю, здесь зависит от тех специалистов, кто вам устанавливает. Ну, да, если вы особо не ходите по каким-то сайтам вредным, то программа Avast вам хватит за глаза и за уши. Ну, вы можете купить программу, вы знаете, скорее всего, что есть Касперский. На вопросы буду отвечать попозже. Касперский и все остальные, там, Node антивирус и всякие остальные файлы. Вот. Но я пользуюсь Avast, пользуюсь им успешно 7 лет, и проблем у меня с компьютером нет. Итак, я объяснил, для чего нужны документы, как же создать эту папку документы. Вот, соответственно, сразу хочу сказать, что вот у меня здесь расположены как ярлыки, так и файлы. То есть старайтесь, чтобы у вас на рабочем столе находились только ярлыки. Потому что если у вас будет слабенький компьютер, соответственно, это... не очень хорошо для компьютера. То есть ярлыки, когда стоят, программы расположены на диске C, в Program Files, и вам туда лезть не надо, у вас с любого ярлыка будет это все работать. Вот, теперь вам нужно, например, создать папку документы. Как это сделать? Левой кнопкой мыши мы нажимаем. Выскакивает вот такое окно. И мы идем создать. Мы создаем папку. Папка абсолютно может быть любая. То есть папки все одинаковые, но папку вы можете назвать как хотите. То есть как вам это удобно. То есть если вам удобно, что, например, это папка фильмы, вы можете вот ее сейчас назвать, ну, назовем просто кино.
И в этой папке вы можете сохранять, соответственно, фильмы, которые вы скачали, либо свое видео, либо еще что-то. Если эту папку нужно переименовать, и для вас эта папка, например, с какими-либо документами, вы ее можете переименовать как хотите. То есть, если вам срочно нужно сохранить документы, вы пишете документы. Пишите документы. Все, ваша папка документы, она создана. Вот она у вас на рабочем столе теперь разместилась. Теперь в документах обычно хранят какую-то информацию. То есть, если вы хотите сохранить какую-то информацию и текстовую, я буду демонстрировать по ходу записи. Я буду это все демонстрировать. То есть я сейчас зайду в Google. И, например, мы будем сейчас искать. Сейчас я папочки здесь позакрою, эти вкладки. Их очень много. Либо вот давайте не буду закрывать. Вот мы зашли в браузер Google и, к примеру, вот возникает такой вопрос, что у людей как искать информацию. То есть объясню просто. То есть если вам нужно найти какую-то информацию, в Google есть, вы можете задать вопрос Google и он вам по соответствию найдет, ответит на ваш вопрос. Как это сделать? Это можно ввести либо текстовым файлом, либо нажать вот на голосовой поиск и вот так и спросить. Вот, видите, он уже пишет. Изображение по вашему Вот. запросу. Мы попробуем еще раз покажу. И, например, я наберу рецепт крабового салата. То есть все легко и просто. Согласно источнику zianfood.com, Здесь можно не назвать надо десятки быть ответов на вопрос, как супергением. готовить Вы крабовый салат нажимаете или на как голосовой делать поиск крабовый салат. и находите Ими ту будут, конечно, информацию, самые которая вам разнообразные нужна. рецепты крабовых То есть вы салатов. можете В здесь принципе, любой посмотреть рецепт видео, вы крабового здесь салата можете вместо мяса крабы скачать может использовать крабовые палочки, этот салат рецепт из крабовых салата. палочек, рецепт, Вот, доступный ну к каждому. чему я веду? То есть, если вам этот рецепт жизненно необходим, вы можете, опять же, правой кнопкой мыши скопировать этот текст. Так, сейчас. Правой кнопкой мыши вы копируете этот текст. И, к примеру, создаете тут же текстовый документ. Вот для чего он нужен. Здесь вы можете написать рецепт. И теперь вы нажимаете левой кнопкой мыши. То есть я все перепутал. Правой кнопкой мыши она отвечает за строку команд. Левая кнопка мыши отвечает за действие. Вы нажимаете «Вставить». Вот, видите, у вас сохранился вот этот документ. Вот, теперь вы можете его сохранить. Кнопочку «Сохранить». Либо при закрытии вы можете нажать, и компьютер у вас запросит сохранять это или не сохранить. И вот этот рецепт мы сейчас отправим в папку «Документы». Вот. Если на этом этапе всем все понятно, давайте плюсики поставьте, обратную связь мне дайте в чат, если это понятно. Может, еще кто-то хочет что-то спросить? Давайте поактивнее будем в чате.
Пишите свои вопросы. Я понимаю, что у нас задержка где-то около 15-20 секунд. Ну, я пока продолжу дальше, чтобы не останавливать наш интерактив, так называемый, нашу школу для новичков. Так, вот здесь спрашивали, на диске C лучше ничего не сохранять, вдруг полетит винда. Нет, в любом случае на диске C сохраняется информация, и сохраняйте, вы не сохраняете, в любом случае, если винда полетит, значит она полетит. Так, здесь вопрос поступил, как скачать браузер, какой браузер самый надежный. Ну, по браузерам я здесь сказать не могу, кто к чему привык. Людям, например, пытаются навязать браузер Яндекс во всех программах, во всех, ну, всяких разных, когда вы устанавливаете какую-то программу, и у вас выскакивает «Установить Яндекс браузер». То есть Яндекс как таковой, он мне особо не нравится, и я очень редко к нему прибегаю, хотя он у меня установлен на компьютере. Я пользуюсь браузером Google, ну, мне, я вот так считаю, что он достаточно надежный и проверенный, и простой в работе. Вот, так как же его скачать? То есть я могу зайти с нескольких браузеров, например, если... Вы вам купили компьютер, вам, закачали программу, например, у вас вот стоит, даже я его удалил. Есть такой браузер, по умолчанию установлен Internet Explorer. То есть абсолютно все равно можете пользоваться Internet Explorer, то есть вопросов нет, но он тоже подтормаживает. И виды, ну, название браузеров я вам сейчас перечислю. Есть браузер Safari, есть браузер Opera, есть браузер Mozilla Firefox, есть вот мой любимый Google, которым я пользуюсь постоянно. Вот, ну, я говорю, то есть здесь сколько людей, столько и мнений. Каким браузером пользоваться, здесь я вам не указчик. Но здесь вопрос. Нет, на рабочем столе нужно хранить, и лучше хранить ярлыки от папок, от папок ярлыки. Итак, давайте начнем. Чтобы не попасться на уловки, потому что в интернете очень много вирусных браузеров, тоже устанавливаются, ну, вместе с программами. И чтобы не попасться, конечно, нужно установить браузеры непосредственно от производителя, как говорится. То есть сейчас я опять же воспользуюсь голосовым поиском. То есть вы можете пользоваться также. Браузер Opera. Вот, смотрите, вот официальный сайт браузера Opera. Для работы в интернете. То есть у вас должно вот никаких дополнительных каких-то названий не должно быть. Вот здесь Opera, Softonic.com и все остальное. Если это браузер Opera, значит должно быть написано Opera.com. Продолжим дальше. И вот если вы хотите непосредственно у разработчика скачать, вот здесь вот выскочит вот такое окно, и вы можете убедиться, что это от официального сайта все идет. Итак, продолжаем. Делаем голосовой поиск. Браузер Mozilla. Вот, смотрите. Вот официальный Firefox. То есть Firefox, сайт Mozilla. То есть вы можете абсолютно вот отсюда же, либо отсюда. Вот ссылка, вы можете браузер скачать отсюда.
Продолжим. Яндекс.Браузер. Смотрите, вот Яндекс.Браузер. Тоже официально, то есть здесь ничего не должно быть дополнительного. То есть, если вы видите какие-то дополнительные надписи, вот, например, Яндекс.Браузер, вот SEO.ru, это вот уже непонятно, но это на сайте на каком-то обменнике закачано. И, соответственно, можете отсюда скачать, но отсюда вы можете поймать какого-то вируса. То есть браузер лучше скачивать у хозяев, на официальных сайтах. Так, по браузерам, я так понял, вы тоже разобрались. Так, теперь у меня тут вопрос поступил, как сделать ярлык. То есть, кто не знает, как сделать ярлык, все достаточно просто тоже. Вы заходите, например, в свою библиотеку, и если вам нужен ярлык на вашу музыку, чтобы вам не заходить и не искать эту музыку, вы заходите правой кнопкой, нажимаете на иконку «Музыка», «Отправить», ищите, на рабочий стол «Создать ярлык». Все, на этом у вас заканчивается. И переходе, при включении компьютера, ярлык музыка, например, ярлык фото, ярлык еще чего-то, он у вас висит на рабочем столе. То есть вы можете по нему два раза левой кнопкой нажали, вы можете перейти и зайти в свою музыку. Возможно, у кого-то есть еще вопросы. Давайте задавайте, потому что это открытый урок, это школа для начинающих, и я знаю, что у некоторых там возникают какие-то вопросы, например, какие-то определенные, на которые я могу ответить, а вы стучитесь и не находите вопроса ни у кого. Вот, еще я сейчас вспомнил, что возникает вопрос с тем, иногда попадаются вот такие файлы, которые запакованы, так называемые затипованные файлы, сжатые, чтобы их проще и легче было качать. Где найти непосредственно архиватор? То есть все тоже достаточно просто. Вы заходите в мой любимый Google, либо в браузер, который вам больше всего нравится, и опять же делаем голосовой поиск. WinZip. Вот официальный сайт WinZip. То есть здесь вы можете скачать архиватор. Еще этот сайт называется WinRAR. То есть WinZip и WinRAR, они практически одинаковы. Сейчас наберу. WinRAR. Вот официальный сайт. То есть, что для этого нужно сделать? Вам, если у вас попался архивный файл, и вас просит его распаковать, вы заходите сюда и скачиваете файл под вашу систему. То есть здесь написано, если вы не знаете, какая у вас система, вы просто заходите сюда, ищите систему на русском языке и скачиваете два файла. То есть один из них обязательно установится, они не очень тяжелые. И вот смотрите, например, вот я запаковывал файлы, они у меня находятся в WinRAR. То есть, что происходит? Например, я нажимаю на папку два раза кнопкой. Вот, у меня там запакованный файл, и мне его проще передавать кому-либо. То есть, не вот так просто файлом, а файлом непосредственно запакованным. И человек, у кого стоит эта программа, он ее может скачать. Да, вот в базе знаний проекта всем миром, да, все
файлы именно вот в таком виде. И WinRAR, он вам нужен, можно сказать, как воздух. Ну, вы уже поняли, как его найти. То есть я вот Гуглом, почему я пользуюсь, во-первых, он не настолько загружен дополнительными приложениями. И можно пользоваться голосовым поиском. Здесь еще один вопрос. Чем блокнот отличается от Word? Что лучше? Лариса, я не могу сказать, что лучше, кто к чему привык. Но по мне, вот лучше сохранять, конечно, в текстовом файле. Он намного легче, и вызвать его там с рабочего стола и еще, ну, пользоваться им намного проще. То есть, ну, вот это сколько людей, я еще раз повторю, сколько людей, столько и мнений. Но мне проще пользоваться вот текстовым файлом, потому что маленький объем дает, и передать я его могу любому, абсолютно любому человеку, и практически через мобильный телефон. И не у всех Word стоит, и не могу сказать, что лучше. То есть, кто к чему привык. Если вам удобно в Word работать, устанавливается Word. Если мне удобно, например, текстовым файлом пользоваться. Все файлы, абсолютно все, вот даже на обменниках, все файлы в текстовом виде. То есть файл txt. Вот. Давайте активнее, наверное, будем. Задавайте еще вопросы. Так, изображение мутное. Нажмите, да, на шестереночку и настройте. У меня рядом компьютер стоит, у меня идеальное изображение. То есть выбрать настройки, шестеренка. Либо автонастройка поставьте, либо 480. Вот. Еще что. В интернете очень много нужных вещей, которые вам нужны. То есть, что мы еще будем преподавать в нашей школе? В нашей школе уроки будут вестись в онлайне бесплатные. То есть, приходите, приводите своих друзей, знакомых, будем обучаться. Есть отдельная страница, где вы можете задавать вопросы. Также вы можете задавать вопросы вот именно под этой трансляцией, когда будет готова запись, чтобы мы уже непосредственно готовились заранее. То есть интернет приносит как пользу, так и вред. Ну, какую пользу? В интернете вы можете делать все, что угодно и быть всем, кем угодно. То есть вы можете также, если у кого-то есть автомобиль, у кого-то есть там еще какие-то, ну, практически любые вопросы можно найти в интернете. То есть вот что вам хочется, то и найдете. Даже вот можете сейчас задать какой-то вопрос, и я спрошу у Гугла, и скорее всего он это знает. Вот, даже тот же самый вопрос. Как сделать ярлык? Согласно источнику вот, YouTube. Вот, даже как создать ярлык в Windows. Щелкните, даже это знает компьютер. То есть, если не хотите читать, вы можете создать, нажать на видео. И здесь, именно на канале YouTube, которое есть у каждого нашего участника всем миром. Вот, здесь на канале YouTube это кладезь какого-то, ну, знания. Даже то, что вы не знали или вам казалось что-то такое сложное, вы можете здесь найти. С учетом того, что вы можете даже в любое время обратиться к этому ресурсу. То есть был такой вопрос, у меня есть знакомый, и немножко у него сломалась машина, порвался
трос стояночного тормоза на Мегане. И он мне начал задавать вопросы, ну, я его научил вот как-то так. Трос стояночного тормоза Меган. Вот. Трос ручника делаем, чехлы, замена тросов ручника в Мегане. То есть все, что вы хотите. Что вы хотите найти в интернете, здесь все есть. Если у вас есть какие-то вопросы, они у вас возникли, и спросить не у кого, спросите у Гугла. Вот. Если возник вопрос какой-то несложный, то есть я могу спросить у Гугла практически все. Вот чем интересен вот этот именно ну, интернет и компьютер, что у него можно узнать все. Вплоть до того, как вязать крючком. Все, вот вам урок по YouTube, как вязать крючком. Вот. Как спрыгнуть с парашюта? Ну, прыгнуть с парашюта. То есть вас исправит даже до того, что умная система, то есть она исправит вас, если вы допустили ошибку. То есть все абсолютно здесь есть. То есть давайте вопросики задавайте, потому что я смотрю, я вас чуть-чуть здесь загрузил немного. Как сделать закладку в браузере? Закладку в браузере сделать тоже достаточно просто. Давайте посмотрим, как это сделать, например, ну, на каком-то, на каком-либо примере. Сайт обо всем. Смотрите, мы заходим сюда. И 12 сайтов, например, которые круто расширяют кругозор. Вы переходите на этот сайт и нажимаете вот в Гугле. Здесь все просто. Вы нажимаете на звездочку и после этого нажимаете готово. Но так как у меня в браузере очень много ярлыков, то есть он у меня там где-то внизу. То есть сейчас я покажу, где это ярлык у меня сохранился. То есть вы его можете вытащить абсолютно в любое место. То есть вот можете его поставить, например, сюда. Вот 12 сайтов, которые расширяют кругозор. Все, вот ваш ярлык. Этот ярлык вы можете отредактировать право. Можно его отредактировать, но здесь вот не с мышкой. Вы правой кнопкой нажимаете и, например, можете его назвать абсолютно по-любому. То есть вы ищете строчку «Изменить». И, например, если вы не хотите, чтобы было название, а просто значок, вы стираете это название и нажимаете «Сохранить». Вот, если понятно, вот именно это, можете поставить плюсики в чате. Как скачать? Так. Еще, если есть какие-то вопросы, задавайте, не стесняйтесь. Вот, что еще хотел рассказать, что интернет вам нужен в обычной жизни, так же как свет, вода, хлеб и все остальное. В интернете, помимо того, что можно научиться вязать крючком, водить машину, водить самолет, также в интернете можно зарабатывать деньги, но
Сегодня не об этом. И в нашей школе я вот так думаю, что люди, которые будут заинтересованы в заработке денег, все обратятся к нам, и мы будем их обучать. Если вы просто хотите узнать, как работать на компьютере, мы вас научим. Но учить вот чему-то то, что знаю я, вам это будет сложно. Так что вот поэтому мы начинаем вот с простейших вещей, с которыми человек, например, сталкивается при работе с компьютером. Еще раз повторяю, если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Потому что все не рассказать, все не показать. То есть компьютер — вещь очень интересная. Почему я вот решил запустить эти уроки? Потому что я маме подарил своей ноутбук. И она долгое время не могла начать что-то делать на нем, потому что она не знала. И вот именно наша школа предназначена именно для таких людей. То есть для людей, которым за 60, например, и у них появился компьютер. Потому что сталкиваюсь даже по нашему бизнесу, я сталкиваюсь, что много людей, которые не знают даже... Идут в интернет-бизнес и не знают, что здесь можно делать и что здесь нужно делать. Не могут создать ту же самую папку документы и создать текстовый файл. Вот. Еще у кого нет, давайте, у меня еще где-то 10-15 минут есть. Расскажу еще об одной особенности. Может, тоже кто-то не знает, может, у кого-то проблема возникает. По информации Википедия, Opera, сообщение, то есть иногда родственники уезжают в другие города, но у них есть компьютер, и вам накладно общаться с ними, например, по телефону. И это можно заменить обычным так называемым общением в интернете. Эта программа называется Skype. Skype. Он не хочет сегодня. Программа называется Skype. Где ее скачать? Вот, вы набираете, например, на клавиатуре. Вот. Это официальный чат Skype, то есть официальный сайт Skype. Здесь вы можете программу скачать, программу Skype. То есть здесь абсолютно на любой из девайсов можно здесь скачать Skype на компьютер, на смартфон, на планшет, на игровую приставку, на SIM-устройство, на телевизор. То есть Skype плотненько вошел в нашу жизнь. Вот. И чтобы, например, начать общаться со своими родственниками, не обязательно пополнять свой счет на мобильном телефоне, либо оплачивать свой домашний телефон. Смотрите, вы скачиваете вот эту программу, которая называется Skype для Windows, и общаетесь с ними при помощи компьютера и интернета. Вот, появились вопросики. Сейчас Лариса отвечу. Ярлыки нужны для того, чтобы не нагружать вашу систему. Чем больше вот таких вот папочек у вас будет на экране, чем больше вот таких фотографий ненужных, они должны лежать в папке изображения. Вот они должны лежать в папке изображения, вот эти фотографии. Вот, а папки документы, они должны лежать в документах.
То есть это на жестком диске, внутри жесткого диска, и они не будут вам мешать, и вы будете знать, где их искать. Вот чем больше у вас на рабочем столе висит всякого ненужного мусора, если у вас очень слабый компьютер, даже если очень сильный компьютер, это будет тормозить работу вашего компьютера. То есть, если у вас есть какие-то файлы, их не нужно держать на рабочем столе. Из них проще сделать ярлык. Вот я на данный момент отвечаю о блокноте и ярлыке. То есть вы заходите в документы, находите ту программу, которая вам нужна непосредственно. Например, если это какие-то сертификаты, вы нажимаете правой кнопкой и делаете из них ярлык. Все. То есть вот этот ярлык, даже если мы по свойствам зайдем, он у нас объемом всего 1,84 килобайта. А если мы зайдем в папку «Документы» и посмотрим сертификаты, он у нас объем уже 246 килобайт. А бывает, кто-то держит папки с фильмами или еще с чем-то, и у них эти папки объемом до нескольких гигабайт. И какого монстра надо держать дома, вот по объему компьютера, какого монстра надо держать, чтобы компьютер с этим справлялся. Также вот по блокноте я вам отвечаю. То есть объем текстового файла, он намного меньше по объему и намного проще открывать на компьютере текстовый файл, чем открывать там какую-то программу, там Word там, или еще что-то в Word. Они имеют разные объемы, для компьютера там открыть обычный файл в 1 килобайт, это намного проще, чем открыть там 236. Хотя объем, по большому счету, не играет не такой большой объем, но иногда вордовские файлы бывают 1 мегабайт, 2 мегабайта, и они слишком долго открываются. Вот. Если я ответил на ваш вопрос, то есть можете поставить плюсик. Если кто-то не понял, да, это первоначально это сложновато. Все буду объяснять по ходу пьесы, по ходу наших уроков. Вот, и смотрите, вот у меня на данный момент много программ. Даже когда у вас расположен ярлык, вот той же Mozilla, программы, вот Camtasia Studio, то есть я могу еще раз продемонстрировать. Объем вот этого ярлыка 1,14 килобайтов. То есть, если я эту программу сохраню на рабочем столе, эта программа, я вам могу показать на локальном диске, сколько она будет занимать у меня объем памяти. Сейчас вот она, TechSmith. Смотрите, объем памяти 337 мегабайт. И вот это 337 мегабайт будут у вас висеть на рабочем столе, и у вас жутко будет тормозить компьютер. Вот для этого нужны ярлыки. Вот для этого я свой компьютер, например, я не устанавливаю программу Word, я не устанавливаю Office, хотя это я могу все сделать. Мне проще работать, и я учу, как проще работать. То есть, если текстовый файл намного проще, зачем применять какие-то супер навороченные программы, там искать. В основном, если это Word, там, в основном он лицензионный, и его приходится, например, там искать ключи или искать ломаные программы.
Так, система при разархивации. Еще раз покажу, объясню. То есть, если вы скачали WinRAR программу, установили себе на компьютер, то есть выглядите, ваши папки вот будут как три сложенные книжки. Вы открываете эту папку, и у вас сверху висят кнопки. Что здесь можно сделать? Ну, в основном я либо пользуюсь кнопкой «Добавить», но она вам как таковая не нужна, либо пользуюсь кнопкой «Извлечь». Я вижу, что в папке находится у меня какой-то файл. И если мне его надо куда-то извлечь, то есть я указываю то место, где он должен у меня находиться. То есть, если это рабочий стол, значит, я нажимаю «Рабочий стол» и нажимаю, вот здесь уже по умолчанию стоит «Распаковать» и «Заменить файлы». То есть, этот вот файл, который у меня находится в зазипованном виде, он у меня сейчас распакуется на рабочий стол. Вот. Ну, так как этот файл у меня уже есть, я нажимаю «Да, для всех», «Заменить имеющийся файл». Все. То есть, вот таким образом происходит распаковка файла. Вот этот файл, который я вытащил из зазипованной папки. Также, если вам необходимо, то есть есть какой-то файл, и вам нужно его извлечь, сразу еще раз повторюсь, что желательно, конечно, хранить все файлы в документах. То есть я редко-редко, когда на рабочем столе храню там какие-то файлы полноценные. То есть в основном у меня на рабочем столе, как вы видите, большинство это ярлыки от программ. Вот, я нажимаю «Документы», если мне нужно сохранить документы, и нажимаю «Ок». То есть сейчас я вам покажу свои документы. То есть вот документы и этот файлик, он вот. То есть если вы хотите еще изменить вид, потому что иногда вот так списком неудобно людям пользоваться, вы ищете либо кнопку вот. Крупные значки, обычные значки, мелкие значки. То есть, если кому-то неудобно вот списком, вы можете сделать из них, например, крупные значки. И вот файлы и папки у вас будут отображаться так. Если у вас вот этой кнопки вы найти не можете, вы правой кнопкой нажимаете на пустое, ну, находите пустую строку, и вот здесь вот вы можете выбрать вот этой кнопкой огромные значки, обычные значки, мелкие значки, список, таблица, плитка, содержимое. То есть как вам удобно, вот могу в обычные значки перевести, и вот у вас вот такой вид отображения папки, например, также с изображениями. То есть ничего сложного нет, надо просто предпринять какое-то действие и сделать. То есть также здесь есть сортировка по имени, по дате, по ключевому слову, по размеру, по оценке. Ну, в основном можно распределить эти фотографии и папки по дате, и они у вас распределятся от самой старой до самой новой. То есть как вам удобно, так и делайте. То есть компьютер штука гибкая, и можно делать с ним абсолютно все что угодно. Ну, красивые ярлычки где брать? Например, если вы создали какой-либо ярлык, его можно поменять на любой. То есть вот эти красивые ярлычки, они идут непосредственно с программ, которые установлены у меня на компьютере. То есть в программе уже зашит ярлык. Но если вам не нравится, например, ярлык сертификаты, его можно поменять. То есть вы заходите в свойства, находите вкладочку ярлык, ну, она уже на ней будет раскрываться. Здесь можно сменить значок и установить абсолютно любой ярлык, какой вам нравится.
То есть какой ярлычок отображения ярлыка вы хотите, такой и будет. Вот здесь есть набор ярлыков. Например, я могу поставить любой. Ну, сейчас выберем, например, вот этот значок. Нажмем ОК. Нажмем применить. Ну, в принципе, сейчас должно вот это все измениться. Вот, здесь уже поменялось, и, скорее всего, компьютер чуть-чуть подтормаживает, у меня тоже не очень, не сказать, что слабый, но и не мощный. То есть при перезагрузке компьютера у меня вот здесь появится такой треугольничек со значком. Так, Альбина. Вот Альбина у нас появилась. Итак, если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Либо мы уже на сегодня будем заканчивать. Либо продолжать. То есть решать на данный момент вам. Хотите, будем продолжать. Не хотите, закончим на сегодня и проведем, наверное, следующий урок, может быть, во вторник. Но мне нужно, необходимо знать тему, которую вы хотите узнать. То есть в нашей школе вы научитесь, соответственно, постепенно. Вы научитесь, вот, например, оптимизировать свою систему. Есть такой инструмент, который называется CleanClear. То есть вы можете его скачать, опять же, в интернете. Но есть много сайтов-мошенников, которые копируют, не копируют, а маскируются под эту программу. Вот. И сейчас я... Сайт у CleanClear Pinform. CleanClear. Результаты поиска по запросу Mirage Cinema. Ну, можно просто назвать Cleaner. Cleaner. Так, не хочет у меня сегодня компьютер. Сначала начал меня слушаться. Вот, смотрите, открылись сайты. Вот, это официальные сайты, с которых можно скачать официальную программу Cleaner. Программа Cleaner служит для того, чтобы вычищать хвосты от программ, вычищать ваши браузеры, потому что когда вы пользуетесь в интернете, находитесь, так, вот как раз появился вопрос. У меня как раз Google чего-то глючит и комп не выключается. Смотрите, вот эту программку вы скачаете, CleanClear Free. И вам, скорее всего, нужно почистить свой компьютер. То есть вы непосредственно что будете делать? Вы нажимаете анализ, смотрите остатки ваших файлов. Вот, возможно, какие-то файлы не дают вам, вашему компьютеру, работать нормально. То есть вы нажимаете очистка. То есть здесь чистится интернет-кэш и все остаточные файлы и все, что в вашем компьютере накопилось за многие дни использования, может, месяца, а может и годы. И обязательно сделать так, что починить реестр, потому что в реестре, реестр — это внутренности компьютера. Реестр — это информация, которая хранится. И если там появятся, например, какие-то ошибки, их обязательно нужно исправлять. То есть вот загрузите эту программу и попробуйте почистить свой компьютер. То есть лишние файлы она не удалит, но
по крайней мере, поможет вашему компьютеру справляться с неполадками. Вот. Ну, на этом я, наверное. А где он находится? Он находится, я уже показывал. Вы можете зайти и найти его абсолютно по любому браузеру, если у вас Google глючит, вы можете зайти с той же Opera, вот, через браузер Opera, не с той же Opera, а через браузер Opera, и набрать CCLI. И уже в первой строчке от Google поиска вас перекинет вот именно на этот сайт, который, возможно, реестр, где находится реестр? Реестр находится непосредственно на жестком диске C. То есть в реестр, сразу предупреждаю, если вы ничего не понимаете в компьютере, если вы просто пользователь, в реестр лучше не лазить без определенных программ. Вот эта программа, именно Cleaner, поможет вам справиться с вашими проблемами. Так, ну все тогда, дорогие друзья, на сегодня я заканчиваю. Если вам понравилась моя трансляция, ставим лайки, делимся в соцсетях. Кто не подписан на мой канал, подписываемся. И ждем новых новостей. Можете еще что хочу посоветовать. Чтобы не пропускать наши уроки, вот, чтобы не пропускать наши уроки, сейчас я открою Google, зайду на канал YouTube. Вот, если кто-то подписан, то есть можете сейчас подписаться, кто не подписан, подписывайтесь. И вот я сейчас показываю, вот я авторизацию прошел, то есть вот здесь вы можете подписаться и получать после этого вот на наши какие-либо новости, оповещения. Ну вот здесь вот участники наших всех, то есть нашего чата. Вот, если вы хотите какие-то дополнительные новости получать от кого-то, либо, то есть, ну, очень много интересных каналов есть на YouTube. То есть вы заходите, оформляете подписку и нажимаете колокольчик. Потом ставите галочку, нажимаете сохранить, и теперь вы никогда не останетесь без наших новостей. И будьте в курсе наших новостей. Вот Лариса тут спрашивает, как сделать в Opera закладку. В Opera закладку сделать еще проще. Нажимаете на сердечко. И вот ваша закладка готова. То есть все, здесь больше вам ничего не надо. Можете сохранить любую картинку, какая вам интересна. То есть все, на сердечко нажали, она у вас уже в закладках. Если вы хотите эту страницу добавить в панель уведомлений, просто нажимаете плюсик. Все, итак, на этом я сегодня заканчиваю. Обрабатывайте информацию. Можете пересмотреть это видео, оно будет доступно где-то примерно минут через 40-50. Можете скачивать себе это видео, показывать знакомым и на следующий урок уже приходить с ними. На этом заканчиваю. Всем приятного вечера. Всем пока.